Европейцы стали относиться к Евросоюзу лучше, чем год назад, показал свежий опрос Pew Research Center, сказано на сайте организации. Поддержка Евросоюза выросла на 18 процентных пунктов, как в Германии, так и во Франции, которая только что выбрала сторонника ЕС, центриста Эммануэля Макрона, в качестве президента. Даже британцы придерживаются гораздо более благоприятного мнения о Евросоюзе. Цитата. В настоящее время 54% британцев оценивают ЕС положительно. Поддержка выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. 40% относятся к Союзу негативно, сообщает исследовательский центр. В июне прошлого года 52% британцев проголосовали за выход из ЕС. Переговоры об условиях Брексита начались в минувший понедельник. В других 9 странах Союза более 35% людей не хотят, чтобы их страна следовала этому примеру и покинула Евросоюз. Из них итальянцы и греки были наименее восторженными. Поляки и венгры остаются среди самых преданных сторонников Европейского Союза. Исследователи отметили, что поддержка ЕС выросла в последнее время. Их выводы могут вдохновить лидеров европейских стран, которые должны встретиться на саммите на следующей неделе. 21 июня в Южной Корее вступит в силу новый закон, запрещающий использовать чит-коды в мультиплеерных играх, сообщает корейское издание Kotaku. Издание поясняет, чит-коды в переводе с английского – жульничество. Это код, который может быть введен в программу, чтобы изменить ход ее работы. Чаще всего применяется в компьютерных играх для прохождения трудных этапов. К числу мультиплеерных игр относятся League of Legends, Overwatch, StarCraft и другие. Указ логично вытекает из последних нескольких лет, за которые правительство страны поставило видеоигры в новые законодательные рамки, пишет издание. Цитата. В начале 2000-х власти стали главным инициатором развития видеоигровой индустрии в стране, но с 2011 года все строже относятся к видеоиграм, пишет газета. Указы затрагивают не только киберспортивные соревнования, приносящие миллионы долларов в бюджет, но и обычные мультиплеерные видеоигры. В них запрещают играть подросткам по ночам. С одной стороны, такая политика обусловлена стремлением властей снизить зависимость от видеоигр молодых людей, проводящих за ними по 10 часов в сутки, то и больше. С другой стороны, законодательный охват может быть напрямую связан с желанием правительства уравнять киберспорт с международными спортивными дисциплинами. Киберспорт – очень молодой спорт. В отличие от других дисциплин, самыми успешными в нем становятся люди от 16 до 19 лет. Они готовы уделять тренировкам большую часть суток, только так можно достигнуть действительно заметных результатов. Триллионы долларов под Северной Кореей. Эту страну немногие считают процветающей, но есть то, чем она действительно богата – минеральные ресурсы, пишет издание «Кварц». В стране содержатся их огромные запасы, в том числе железа, золота, цинка, меди, известняка, молибдена, графита. Всего около 200 видов полезных ископаемых. Также есть большое количество редкоземельных металлов, применяемых при производстве смартфонов и других высокотехнологичных продуктов. Оценки стоимости минеральных ресурсов страны значительно варьировались на протяжении многих лет и затруднялись из-за секретности и отсутствия доступа к ним. Цитата. Согласно отчету горнодобывающей компании Южной Кореи, запасы соседей стоят более 6 триллионов долларов. Другой исследовательский институт из Южной Кореи прогнозирует их стоимость на уровне 10 триллионов долларов, говорится в статье. Северная Корея ставит в приоритет развитие горнодобывающего сектора с 1970 года. Но после 1985 года добыча начала снижаться. В 2012 число шахт в стране составляло около 700. Многие плохо работали и были в запущенном состоянии. В стране не хватает оборудования, опыта и даже базовой инфраструктуры. Северная Корея не в состоянии приобрести новое оборудование в связи с тяжелой экономической ситуацией, дефицитом энергии, возрастом и общим плохим состоянием энергосистемы, пишет автор статьи. Соседи Северной Кореи уже давно обратили внимание на золотое дно полезных ископаемых. Около 5 лет назад Китай потратил 10 миллиардов долларов на инфраструктурные проекты на границе Северной Кореи, в первую очередь, чтобы создать более легкий доступ к минеральным ресурсам. Американский интернет-гигант Amazon приобрел торговую сеть продуктовых магазинов Whole Foods Market, передает Forbes. Стоимость сделки – 13 миллиардов 700 миллионов долларов. Whole Foods включает более 400 супермаркетов в США, Канаде и Великобритании, а также 87 тысяч работников. С помощью этой покупки Amazon хочет охватить область потокового видео, музыкальную сферу, телефонный бизнес и бизнес по онлайн-продаже одежды, объяснил Макс Вольф, ведущий экономист компании. Сообщается, что супермаркеты продолжат свою работу под тем же брендом и с прежним руководством. Эксперты прогнозируют, что акции Amazon пойдут вверх. И по биржевым показателям онлайн-ритейлер наконец обойдет своего главного конкурента – сеть оптовой и розничной торговли Walmart.